От внедорожников до кабриолетов, от самых крутых спусков и поворотов до бешеной скорости и плавности хода. Все это можно было почувствовать во время массового тест-драйва. Его в Перми устроили для автомобилей Lexus. Как это было, в заездах поучаствовала Лариса Стрельникова. Вот он, тот самый управляемый занос, всеми любимый. Больше, чем на тест-драйв, это похоже на состязание раллийных машин. За рулем инструктор школы контраварийного вождения, а вы пассажир экстремального такси. Таким необычным способом клиентам компании Lexus предложили протестировать сверхбыстрый ASF, который способен разогнаться до 100 км в час за 4,8 секунды. Мощности на автомобиле настолько много, что ее хватает с избытком для выхода из практически любой критической ситуации. Кроме того, Lexus признанный в мире лидер по количеству гибридных авто. Сегодня это 4 модели с минимальным выбросом вредных веществ и топливной экономичностью. Для любителей городской езды компания представила стильные седаны, к примеру, Lexus ES350. Все это в рамках всероссийского тест-драйва Lexus Masterclass. Все очень симпатично, все под рукой, зачем тянуться не надо, но и сама гамма цветов, она достаточно приятна. Специально подготовленную трассу серьезного бездорожья покоряли на самом большом внедорожнике класса премиум LX570. V-образный двигатель 5,7 литра, максимально мощный из всех когда-либо созданных Lexus'ом. Если, скажем так, передние колеса начинают буксовать, да, а задние колеса компенсируют пробуксовку передних. Любители острых ощущений могли испытать автомобили на искусственных препятствиях. Крутящий момент и сцепление, работа подвески. Все это лучше почувствовать, нежели увидеть. Впрочем, естественные трассы оказались не менее серьезными. Недаром тест-драйв назвали Lexus Masterclass. Даже дождь, солнце помогает чувствовать автомобиль в реальных условиях, эксплуатировать не просто на асфальте, не просто на каких-то определенных элементах бездорожья, а реально в грязи. К автомобилю, что называется, по душе смогли присмотреться как девушки, так и мужчины, поклонники плавной езды и городских маневров. От внедорожников высокой проходимости до стильных кабриолетов. Динамичный, агрессивный автомобильчик выделяет. Впрочем, занятия для себя на площадке аэропорта Бахаревка нашли не только любители бездорожья и запредельной скорости. Развлекательная программа объединила и взрослых, и самых маленьких поклонников красивых авто. Всех ценителей Lexus ждут в автоцентре. Лариса Стрельникова, Влад Порошин, Вести Пермь. Увидеть